Всем привет, с вами Юлия Рось. Мы будем играть в эту игру. Короче, там... Где надо... Вот что. Желтую, конечно же. Или нет, ладно, вот такую девку, что не хочу выбирать. И желтые штаны. Летний скин Масочки чисто. Ну реально, вообще мало. Так, оценивайте меня. Каповой составьте. Может, там нарисован ананас. Один вообще говно. Скажите, что говно, но не должно набрать 100 лайков. Буду сказать, я уже проиграла. Она же стала. Не буду балл ставить. Что не достать, не буду ставить балл. Мне баллы еще не поставил, а так и останется. И от меня получится. Блин, пока что все по-равному. Так, все, нужно считать, я за... Дохла и дохла. Ребята, я проиграла. Она на третьем месте, она на втором месте, она на третьем месте, она на седьмом месте. У меня есть 100 баксов, и я иду теперь покупать себе. Давай.
Ну в какой-то, ну, в каких-то штанах горничных, понимаешь? И на мужика вдобавок похоже. Да я тут туда попаду. Так оценивайте мой скин только. Оценивайте мой скин только, не завидуйте. О, 12? Ну, мне еще 13. 1/6 поставили и другие. Да эти вообще. По четверку. Вообще не скрутно. Надоело это. Вообще ничего не разобраться не могу. Куда вообще тыкать надо? Что вообще не шумно?
если что, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно. Так, что-то я еще ничего не понимаю. Всем пока, ребят, с вами была Юля Ро.